Никогда не формируйте мнение о ком-либо. Единственное, что имеет значение, каким этот человек является на данный момент. Каким он станет завтра, будет видно. Завтрашний день нужно создавать, а не разбирать на составляющие уже сейчас. Я не предлагаю вам какую-то философию. Просто пытаюсь объяснить простую природу жизни. Посмотрите на облака. В каждое мгновение они такие, какие они есть. Каждое мгновение они меняют свою форму. С людьми и ситуациями, возможно, не так быстро, но постоянно происходит то же самое. Вместо того, чтобы делать выводы, просто обращайте на все внимание, и у вас будет лучшее понимание жизни и людей вокруг.